сцене молодежный симфонический оркестр имени Святослава Мейхера. Дирижер, лауреат международного президентского конкурса Сергей Орлов. Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в концертном зале Калужской областной филармонии на прекраснейшей программе, которую мы назвали «Романтика вальса». От всего сердца позвольте поздравить прекрасную половину человечества с недавним праздником, Международным днем 8 марта. Будьте счастливы, будьте здоровы, вдохновения и любви вам! Ну а всех наших зрителей я поздравляю с весной. Так пусть же сегодняшнее настроение наше еще более станет вдохновенным от того, что сегодня мы с вами здесь, на нашей очередной творческой встрече. Какой же концерт без увертюры? И мы открыли нашу программу замечательным, великолепным произведением увертюры итальянского композитора Джакино Россини к опере «Сорока-воровка». Это произведение стало одним из любимых произведений в концертном репертуаре многих оркестров мира. Я думаю, что вы услышали в нем элементы торжественного шествия, элементы забавных танцев и, конечно же, его величество вальса. Все это можно было услышать вот в этом произведении, в одной увертюре. Ну а сегодня самые великолепные образцы вальсовой музыки для вас, дорогие друзья. И мы продолжаем нашу концертную программу музыкой, которая уже звучала в наших программах, но каждый раз мы можем взглянуть на нее по-новому. Это само великолепие чистой любви. Михаил Глинка. Вальс «Фантазия». Thank you.
Глазунов. Концертный вальс. Thank you.
вами недавно имели огромное счастье слушать. Но сегодня мы выбрали для вас несколько фрагментов тоже вальсовой музыки, которые, может быть, не так часто исполняются, как концертные произведения, но сколько в них радости, волшебства. Итак, вам сейчас ваше внимание небольшая сюита фрагментов из музыки Петра Ильича Чайковского балета «Щелкунчик». Вальс Клары, рост елки и вальс снежных хлопьев в исполнении Калужского молодежного симфонического оркестра. Дирижер Сергей Орлов.
продолжаем. Еще одна замечательная постановка, я думаю, которая является любимой всеми нашими зрителями. Я говорю о музыке Георгия Свиридова «Грани Пушкина. Метель». И сегодня мы хотим подарить вам не только любимый вами, дорогие наши зрители, вальс, но и прекрасную пьесу «Пастораль». Ведь это сама весна, само удивление и вдохновение. Итак, Георгий Свиридов, «Пастораль» и вальс из музыки «Метель». Thank you.
продолжает нашу программу концертный вальс Исаака Дунаевского. Thank you.
сходятся две романтические эпохи. Знаете, Пушкин всегда романтичен. Будь это прошлое столетие, позапрошлое столетие и наше нынешнее. Ведь, мне кажется, уровень вот этой романтичности зависит от того, как мы с вами воспринимаем эти стихи, эту прозу, эти образы, эту любовь. И вот следующее произведение, которое прозвучит для вас, оно звучит не так часто, как известные вальсы. Оно мне напоминает беседку. Беседку в усадьбе Полотняный завод. И называется это произведение «Пушкинский вальс» композитора Сергея Прокофьева. Сегодня весенний вечер для вас.
этого маскарад. Thank you.
с одним букетом. Еще раз низкий поклон за ваше творчество. Друзья мои, тот самый легендарный вальс – это наш Штрауса, который является самым первым вальсом во всех вальсовых программах Венского филармонического симфонического оркестра. Но сегодня в исполнении Калужского молодежного симфонического оркестра вальс на Голубом Дунае. Thank you.
И у нас еще один подарок. Подарок вам, дорогие женщины. Мы еще раз поздравляем вас с праздником, с весной. Я даже не буду объявлять. Только гром и молния!
передачи сегодняшнего концерта Ирина Абрамова.